По всей России действует акция «Довези врача». Ее цель – помочь медикам в это непростое время успеть на место вызова как можно быстрее. Акция стартовала и в Северском районе. Добровольцы на личном авто доставляют врачей к дому человека, которому необходима медицинская помощь. Все участники соблюдают требования Роспотребнадзора. Наш день сегодня прошел с того, что мы ездим по вызовам, вручаем постановления людям. Вот проехали несколько адресов. Я считаю, что акция важна для того, чтобы мы могли уменьшить рост заболеваемости. А мы можем это уменьшить только тем, что мы людей оповещаем, да, чтобы они находились дома, никуда не выходили. Тем более люди, которые в возрасте свыше 65 лет. В среднем волонтеры выполняют около 10 вызовов за день. «Довези врача» позволяет сократить время ожидания оказания медицинской помощи, а доктора успевают на максимальное количество вызовов.